Добрый день, дорогие преподаватели, дорогие студенты. Позвольте поздравить вас с этой знаменательной датой, 50-летием первого полета человека в космос. Сказать, что переоценить роль военмеха, наверное, действительно тяжело. Ваши предшественники, те, кто работал до вас, сделали огромный вклад в это событие. И поэтому вдвойне приятно находиться на этой сцене. И хочется сказать и пожелать вашему институту оставаться таким же уникальным, повторять эти достижения, улучшать их, делать вашу работу более значимой и интересной. Ну а всем молодым людям не подводить девиз университета «Военмех лучше всех» и быть лучшими во всех направлениях. Спасибо.